Привет, друзья! Рассказываю вам о своих цветах, которые я высаживаю в самых необычных местах. Вот решил проведать сегодня вторую грядку. Как тут зашли цветочки? Зашли, но не так много, сколько я ожидал. Да тут еще так неудачно получилось, что кто-то то ли прошел, то ли проехал. Поэтому зашли не все, наверное. И вот, видите, вот они. Вот они, малюсенькие. Вот они. Ну, уже хорошо. Хоть эти зашли. А вот еще маленькие. Сейчас я их полью, потому что земля уже достаточно сухая. Обещали вроде бы дожди, но у нас гидромедцентр каждый день обещает чего-то. Вот чтобы повеселее было. Небольшая, но помощь. Это уже радует. Что хоть зашли. А так надо еще накопать земли. Я же обещал, что я буду розы высаживать, которые мне дарят на концерте. И накопать земли той, где они будут жить. Думаю, здесь я накопаю, скорее всего. Потому что земля здесь помягче, не так много камней, песка. И получше им будет развиваться в такой земле. Кстати, отыскал у себя еще два клубня гладиолус. Вот, наверное, здесь сажу их. Посмотрим, что получится. Первый раз сажаю. Раньше не был я знаком с этим. Сказали, на глубине 10 сантиметров. Думаю, так будет. Так. Замачивал их в стимуляторе роста. Проверим заодно. Дай бог, будет все хорошо. Сверху польем. Ну, а на первой грядке дела идут повеселее. Здесь они прям
принялись хорошо. Поэтому за них я спокоен. Вот видите, они прям хорошо так начали расти. Растут. Ух. Вот целый детский сад у меня. Вот. Вот. Все красиво у меня. Вот здесь как-то они похуже. То ли я так сыпал неровно, а вот, вот вижу, есть. Есть. Не прикрылись кусочком земли. Но все равно мы с вами сейчас их немножко пополним их ряды, досадим оставшиеся. То, что мне осталось. Раз уж они здесь хорошо растут. А заодно надо полить, они же тоже здесь без водички. Не весело как. Вот, пришла долгожданная влага в виде Сергея Чумакова. А здесь у нас что-то я не вижу. А вот, вот вижу. Все нормально. Здесь вот. Помнишь, мне часть трусики, да? Да, здесь. О, и бабочки здесь. Вот как хорошо. Как видите, я уже начал обрастать инструментами. Уже начинаю быть заслуженным садоводом. Ну, мы сейчас прокопаем. Ох, земля какая сухая. Да, дождей давно не было. Смотри, прям камень, а не земля стала. Бороздку сделаем. И сюда мы остальные семена, так сказать, зальем. Я их замочил в стимуляторе, чтобы они, чтобы наверняка уже. И мы их сейчас вот так вот возьмем, вот так вот. Залим водички в баночку. И выльем их сюда. И все. Вот. И будет у нас чудо-сад.
все. Дополнили посадки. Пусть растут, радуют людей. Выбрал тенистое место для роз. Приглядел. Буду их там черенковать, так сказать. Накопаю земли. Пока посажу дома. И когда они уже дадут корни, пересажу в то место. А землю, потому что они должны жить в той земле, где будут расти. И как всегда, друзья, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии.